Джонни Депп уходит из «Пиратов Карибского моря». Капитан Джек Воробей больше не появится. Эту информацию подтвердил президент производства Disney Шон Билли. Голливудский актер Джонни Депп покидает проект «Пираты Карибского моря». Эту информацию подтвердил президент производства Disney Шон Билли, пишет MovieWeb. Также Билли отметил, что капитана Джека Воробья больше не будет, а сама кинофраншиза претерпит существенные изменения. «Мы хотим вдохнуть в проект новую жизнь. Я люблю пиратов, но мы с новыми сценаристами планируем дать им основательный пинок под зад», отметил кинематографист. Экс-жена Деппа рассказала об угрозах. Ранее сообщалось, что актер Джонни Депп подсудил состояние у своего юриста, который 18 лет на него работал. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.